Assalamu alaikum warahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ перевод этих аятов, которые я прочитал, следующий. Первый аят – это аят суры Аль-Джин. А места поклонения для Аллаха, поэтому не взывайте никому наряду с Аллахом. Сура Аль-Джин, аят 19. А второй аят из суры Аль-Араф. «Скажи, повелевал владыка мой справедливость, и направляйте лица ваши в каждом месте поклонения к Аллаху, и взывайте к Нему, очищая для Него веру. Как Он создал вас впервые, так и вернетесь вы после смерти». Сура Аль-Араф, аят 30. Альхамдулиллах, хвала Аллаху за то, что сегодня мы открыли мечеть в этом районе. И я хочу сообщить всему миру, что этот район называется Фелдхам, и он расположен недалеко от района Хаунслоу. Поэтому эта мечеть является общей для двух общин – южного и северного районов. Более того, мне стало известно из разговоров с главой общины района, что эта мечеть будет соборной мечетью этого района, потому что она самая большая в этом районе. И люди будут собираться в ней для совершения ежедневных и пятничных молитв. А это и является целью строительства мечетей. Дай Аллах,
чтобы община получила возможность построить мечеть в каждом районе, чтобы мы могли исполнить желание обетованного Мессии, мир ему, и наши мечети стали средством знакомства людей с исламом и с общиной. И у нас появились новые возможности для проповедования, и мир узнал об истинном исламском учении. Потому что в наше время только ахмадийская мусульманская община представляет миру истинный ислам. Строительство мечетей важно для нас также еще по одной причине, о которой говорится в одном повествовании. Хазрат Аиша, да будет доволен ею Аллах, передала, что святой пророк, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, сказал, даже приказал, «Постройте мечети в своих племенах, в районах и домах». В те времена люди жили племенами. Даже сейчас мы видим, что некоторые народы, приезжая из других стран, любят селиться в одном районе. Так, например, куда бы ни приезжали китайцы, они создают там свой Чайнатаун. В этом повествовании говорится, «Постройте мечеть в каждом районе, и затем храните их чистоту». В священном Коране также в нескольких местах содержится приказ о строительстве мечетей. Так что строительство мечетей имеет большую важность. И особенно для нас, мусульман Ахмади, для того, чтобы с одной стороны мы создавали чистые места для наших совместных поклонений, а с другой стороны, в наше время, когда появилось много недоразумений относительно ислама, мы показали миру прекрасное учение ислама, чтобы устранить эти недоразумения. Хотя в этих районах Саффхолл и Ханслоу есть центры общины и другие места, где люди собираются для совместных молитв, и там проходят различные мероприятия общины, и на них приглашаются гости, но с появлением мечети открываются новые пути и возможности для проповедования. Недалеко от этих районов, в районе Хассе, на следующей неделе, иншаллах, если Аллаху будет угодно, также состоится открытие мечети. Мечеть, в которой мы находимся сейчас, раньше представляла собой здание, где располагались офисы, и после реконструкции стала мечетью. В районе Хассе мечетью также после реконструкции стало здание бывшего культурного центра. Пусть Всевышний Аллах сделает эти мечети, которые раньше были зданиями, построенными с различными целями, средством распространения ислама и укрепления веры. Укрепление веры тесно связано с каждой мечетью. В аятах, которые я прочитал в начале своей проповеди, говорит духовный глава Всемирной Ахмадийской мусульманской общины, пятый халиф обетованного Мессии, Хазрат Мирза Масрур Ахмад, говорится о важности мечети и о том, с какой целью она строится, и мы должны следовать этой цели. И об этом же говорится во многих других аятах священного Корана. В этих аятах Всевышний Аллах говорит, что мечети – это такие места, которые принадлежат только Аллаху. Кто бы ни пришел в мечеть, должен приходить в нее как истинный слуга Аллаха.
и в мечетях не должно быть никакого рода неверия и многобожия. Более того, в них не должны вестись никакие мирские разговоры. Поэтому святой пророк, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, запретил вести в мечетях беседы, связанные с бизнесом. Более того, он даже запретил делать в них объявления о пропаже вещей. В число тех дел, которые разрешаются в мечетях, входят поклонение Всевышнему Аллаху и после этого составление планов по распространению благовестия Аллаха по всему миру с той целью, чтобы мир приблизился к Богу, а также готовить себя для осуществления этих планов. В мечети допускается советоваться в делах, улучшающих жизнь творений Всевышнего Аллаха, и предлагать себя для выполнения этих дел. В первом аяте, который я прочитал, говорит Хазур, дается разъяснение: «Не взывайте никому наряду с Аллахом». В связи с этим мы сообщаем миру, что наши мечети открыты для всех, и любой человек, исповедующий любую религию, и даже не исповедующий никакой религии, может в них приходить. И они приходят и участвуют в различных мероприятиях, но при этом всегда надо помнить повеление Всевышнего Аллаха, что мечети предназначены для поклонения только Всевышнему Аллаху. И если мы позволяем кому-то поклоняться в мечети, то они могут поклоняться только одному Богу, а не совершать те поклонения, которые связаны с поклонением идолам, потому что это является ширком, многобожием. И это они должны делать за пределами мечети. Так что при соблюдении этого условия последователь любой религии может прийти в наши мечети для поклонения Богу. Мечети являются теми местами, в которых не допускается ширк, многобожие. Всевышний Аллах говорит: «А места поклонения для Аллаха, поэтому не взывайте никому наряду с Аллахом». Мечети предназначены для поклонения только Всевышнему Аллаху, и целью их строительства является сбор вместе мусульман для поклонения одному Богу. Мечеть является домом Всевышнего Бога, и Всевышний Бог приказывает: «Если вы пришли в мой дом для поклонения, то поклоняйтесь только мне и выполняйте мои повеления». Перед первым аятом, который я прочитал первым, говорит Хазур, тоже говорится о том, что сущность Всевышнего Бога едина, и тот, кто будет отвращаться от поклонения Ему, тот будет подвергнут Божьему наказанию. А после воздвижения святого пророка, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, стало совершенно ясно, что таухид, единобожие, будет установлено в мире посредством святого пророка, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним. А мечети являются средством осуществления этой цели. И теперь единобожие и истина Всевышнего Аллаха будет распространяться по всему миру только благодаря мечетям. Так что обязанностью тех людей, которые претендуют на то, что они уверовали в святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и также нашей обязанностью, то есть обязанностью претендующих на то, что они вошли в общину того искреннего слуги Аллаха, который продолжит
выполнять миссию святого пророка, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, является установление живой связи со Всевышним Аллахом и повышение уровня своего поклонения. А с другой стороны, мы должны стать средством распространения света истины. Если мы претендуем на то, что мы будем распространять свет истины в мире, то для этого недостаточно одних притязаний. Нам в первую очередь следует осветить себя этим светом. Во втором аяте, который я прочитал из суры Аль-Араф, Всевышний Аллах говорит: «Скажи, повелел Владыка мой справедливость». Это повеление дается не только святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Оно относится к каждому истинно верующему, который претендует на то, что он верит в святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. А в этом повелении прежде всего содержится приказ установить справедливость и восстановить права людей, и, будучи богобоязненными, относиться ко всем людям одинаково, потому что только такие люди могут обратиться ко Всевышнему Аллаху всей своей сущностью и выполнять свои обязанности поклонения Ему. Только люди с чистым сердцем поклоняются Всевышнему Аллаху должным образом, и в их природе есть благо, чистота и справедливость. А те люди, в природе которых нет блага, чистоты и справедливости, не выполняют своих обязанностей по отношению к Аллаху и по отношению к людям. И даже если они в одном деле соблюдают справедливость, то в другом их деле справедливости не видно. То есть только богобоязненность делает человека следующим справедливости, и только богобоязненность обращает все внимание человека ко Всевышнему Аллаху. Только богобоязненность делает человека выполняющим обязанности по отношению ко Всевышнему Аллаху. Всевышний Аллах приказал: если в то время, когда вы направляетесь к мечети для совершения молитвы, по причине какой-то человеческой слабости ваше внимание обращается к чему-то мирскому и личной выгоде, то в то время, когда раздается призыв к молитве, все ваше внимание должно обратиться ко Всевышнему Аллаху, и вы должны стать искренним слугой Всевышнего Аллаха. В ином случае ваш приход в мечеть окажется бесполезным, потому что если есть приказ поклоняться Всевышнему Аллаху, очищая для него веру, то для увеличения уровня своего поклонения есть условие соблюдения всех повелений Всевышнего Аллаха. А страх пред Аллахом и богобоязненность делают человека выполняющим свои обязанности по отношению к людям, и все это делает человека выполняющим свои обязанности перед Всевышним Аллахом. Затем Всевышний Аллах говорит: «Как Он создал вас впервые, так и вернетесь вы после смерти». Сура Аль-Араф, аят 30. Человек должен помнить, что дела, которые он совершает в этом мире, становятся причиной его наказания или воздаяния в будущей жизни. Словами «как он создал вас впервые, так и вернетесь вы после смерти» Всевышний Аллах говорит, что подобно тому, как в вашем физическом создании было несколько этапов, и затем вы прожили жизнь, ваше внимание должно быть также обращено к тому, что после смерти душа тоже пройдет через несколько этапов. Так что лучше для воспитания вашей души для будущей жизни вы должны беспокоиться об этом, совершая добрые дела. А человек может проявлять свое беспокойство об этом,
только совершая поклонение Всевышнему Аллаху должным образом и только ради обретения довольства Всевышнего Аллаха. И при этом он прилагает усилия, стараясь выполнять все его повеления. Во время поклонения Всевышнему Аллаху человек должен представлять себя стоящим перед ним, и он должен быть уверен в том, что его искреннее поклонение Всевышнему Аллаху может сделать его обретающим милости Всевышнего Аллаха в этом мире и в будущей жизни. Один человек спросил обетованного Мессию, мир ему, как он может представить Всевышнего Аллаха, совершая ему поклонение. В ответ обетованный Мессия, мир ему, сказал: «В священном Коране четко и ясно написано: «И взывайте к нему, очищая для него веру». Это означает: поминайте Всевышнего Аллаха, будучи искренними перед ним, и много читайте о его благодеяниях». Хазур поясняет: «А Всевышний Аллах оказывает людям много благодеяний, и особенно здесь, в западных странах, у них есть религиозная свобода, и он облагодетельствовал их и в мирских делах». Далее обетованный Мессия, мир ему, говорит: «Человек должен быть искренним перед Всевышним Аллахом, помня о его благодеяниях, будучи уверенным в том, что только он один и есть истинный владыка и покровитель». А суть поклонения заключается в том, что когда человек стоит перед Аллахом, он должен представлять себя видящим Аллаха, или что Аллах видит его. Он должен быть очищен от многобожия, и к его поклонению не должно примешиваться ничего. И он должен помнить о величии и владычестве Аллаха. Он должен много читать молитвы, содержащихся в хадисах, и другие молитвы, и он должен много каяться перед Всевышним Аллахом и просить прощения. И он должен проявлять бессилие перед Всевышним Аллахом, чтобы его душа была очищена, и между ним и Всевышним Аллахом установилась истинная связь, и он растворился в любви к нему. Это то состояние, к которому должен стремиться человек. И посещение мечети является наилучшим средством для напоминания об этом и создания этого состояния. Так что нам всегда надо помнить о том, что после строительства мечети у нас появляется больше обязанностей. Если с одной стороны мы должны выполнять свои обязанности по поклонению Всевышнему Аллаху, то с другой стороны мы должны выполнять все остальные его повеления. В ином случае, мы не будем действующими в соответствии со словами «очищая для него веру». В одном из своих писаний обетованный Мессия, мир ему, сказал: «Это то время, когда такие скверные качества, как показуха, надменность, эгоизм, высокомерие, хвастовство, заносчивость распространились в мире. А такие прекрасные качества, как очищение веры и подобные ему, ушли на небеса. Упование на Аллаха и вера в его единство и уникальность словно исчезли вовсе». Хазур поясняет: «Они мало уповают на Всевышнего Аллаха и больше уповают на своих мирских богов. И они мало обращаются ко владычеству Всевышнего Аллаха и не поклоняются ему так, как это должно. И они совсем не обращают внимания на те добрые дела, которые им поручил и повелел делать Всевышний Аллах». Далее обетованный Мессия, мир ему, говорит: «Как они могут быть очищенными для него свою веру? И теперь Бог пожелал посеять семена добрых дел». Каким образом это сделал Всевышний Аллах? Он сделал это, воздвигнув обетованного Мессию, мир ему. И если мы претендуем на то,
что мы являемся последователями обетованного Мессии, мир ему, то нам следует отстраниться от мирского и быть искренними перед Всевышним Аллахом. И вместе с поклонением Богу нам надо улучшать свои дела, и тот, кто будет это делать, тот станет выполняющим свои обязанности, которые на него были возложены после того, как он дал обет верности. А слова обетованного Мессии, мир ему, Бог пожелал посеять семена добрых дел, не просто слова. После того, как были посажены эти семена, уже произошло духовное преобразование многих людей. Результатом того, что 123 года тому назад были посажены эти семена, является то, что Всевышний Аллах даровал нам благие плоды в виде сотен тысяч праведных слуг Аллаха, и этот процесс продолжается. Новые люди входят в лоно общины с целью увеличения уровня своих поклонений Всевышнему Аллаху и обретения Его благоволения. Вы, сидящие сейчас передо мной, в большинстве своем являетесь потомками тех людей, ваших отцов и дедов, которые поняли намерение Всевышнего Аллаха и дали обет верности обетованному Мессии, мир ему. И благодаря этому они установили новые, более высокие уровни выполнения своих обязанностей перед Всевышним Аллахом и своих обязанностей по отношению к людям. Чтобы поклонение Всевышнему Аллаху ваших предков принесли еще большие плоды, вашей обязанностью и обязанностью последующих поколений является не только сохранить свою связь со Всевышним Аллахом, но и приложить усилия для того, чтобы укрепить ее. И это и есть то, что отличает общину обетованного Мессии, мир ему, от других общин, которые так же, как и мы, совершают молитвы, держат пост, читают священный Коран, но многие люди делают это на показ. Мы будем отличаться от других только в том случае, когда каждое наше дело будет совершаться ради Всевышнего Аллаха. И мы будем стараться снискать угождение Всевышнему Аллаху даже в своих мирских делах. А в этом случае все наше внимание в мечетях будет обращено ко Всевышнему Аллаху. И мы будем взывать к Нему, очищая для Него свою веру. И во время совершения молитвы наше внимание не будет отвлекаться на какие-то мирские дела, удовлетворение своих мирских желаний и на мысли о том, как отомстить кому-то. А более того, во всех делах мы будем полагаться на Всевышнего Аллаха и будем поклоняться Ему, будучи искренними перед Ним. Дай Аллах, чтобы мы стали выполняющими Его повеления для обретения Его благоволения и стали увеличивающимися в добре и благе, и в богобоязненности, и избегающими грехов и несправедливости, и усердствовали в этом. Всевышний Аллах говорит в Священном Коране: «И пусть не склоняет вас ненависть людей, которые удерживали вас от священной мечети, чтобы вы приступили пределы, и помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности, но не помогайте в грехе и несправедливости, и бойтесь Аллаха, воистину Аллах суров в наказании». Сура Аль-Майда, аят 3. В наше время против ислама выдвигают обвинение, что он склонен к насилию и любит войны, и что он распространился посредством меча и поднимал меч против каждой религии, которая была против него. В этом аяте Всевышний Аллах сам отвечает на все эти обвинения. Всевышний Аллах повелевает, даже по отношению к тем, кто враждебен к вам, не приступать пределы.
И вы не должны отвечать тем, кто приступил пределы по отношению к вам, тем же самым. Истинно верующий мусульманин, желающий обрести довольство Всевышнего Аллаха, всегда должен быть готов оказать помощь в делах благочестия и богобоязненности не только мусульманам, но и не мусульманам, и он должен проявлять отвращение и избегать совершения грехов и несправедливости. Он никогда не должен оказывать помощи в этих делах, грехах и несправедливости, потому что это противоречит богобоязненности и делает тщетными поклонение Аллаху. А те молитвы, которые препятствуют человеку совершать добрые дела и помогают ему совершать несправедливость, лишены богобоязненности и совершаются только на показ. И такие молитвы в глазах Всевышнего Аллаха не имеют никакого значения. И Всевышний Аллах сказал о тех, кто совершает такие молитвы, «Горе же тем молящимся!» Сура Аль-Маун, аят 5. Мы, уверовавшие в имама времени и обновившие обет следования всем повелениям ислама, не можем приходить в мечеть для достижения той цели, ради которой она была построена, и после этого принимать участие в делах, связанных с грехами и несправедливостью. Так что наши мусульмане-ахмади, живущие в этом районе, должны сделать все возможное, чтобы избавить людей этого района от таких подозрений. В том районе, где бывает построена мечеть, появляются новые возможности для проповедования, но в то же время и усиливается противодействие. Со стороны мусульман противодействие происходит из-за того, что их так называемые богословы представили им, мусульман Ахмади, в неверном свете, и они обвиняют их в том, что они лишили святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, статуса Хатама Набиин, печати пророков. В то время как мусульмане Ахмади убежденно и больше, чем кто-либо верит в то, что святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, обладает статусом печати пророков, и истинную суть понимания этого статуса нам даровал искренне и самозабвенно любящий его человек, то есть обетованный Мессия и Махди, мир ему. Нам противодействуют и мусульмане, и не мусульмане, в умах которых сложилось неверное представление об исламе, из-за чего они проявляют беспокойство и совершают по отношению к нам несправедливость. И вообще есть люди, которые не любят людей, представляющих другие народы и приезжающих из других стран. Таким образом, мы со всех сторон подвергаемся несправедливости. Результатом той вражды и ненависти, которая имеется в сердцах не мусульман этого района, является то, что позавчера ночью они написали на стенах мечети очень скверные слова и бросили в нее краску, чтобы испачкать ее. Так что нам следует удалить всякое сомнение и подозрение из сердец разного типа людей. И мы сможем это сделать, если наши поклонения будут совершаться только ради Аллаха, и мы будем выполнять ту цель, ради которой была построена эта мечеть. Всегда надо помнить о том, что мы всегда должны стараться проявлять друг другу большее благочестие и богобоязненность. Ради обретения довольства Всевышнего Аллаха между нами должны быть такие отношения, чтобы каждый, увидевший их, сказал: «Взаимная любовь и братство является особым достоинством этой общины». Важность повеления посещения мечети для совершения коллективной молитвы заключается в том, чтобы стало видно, что люди объединены в общину, и они стали одним целым. И это важно также для того, чтобы наша взаимная любовь друг к другу росла, а всякая вражда и ненависть исчезли из наших сердец. В этой связи обетованный Мессия, мир ему, увещевая свою общину, сказал: «Мы должны взять себе за правило помогать своим слабым братьям и делать их сильнее. Если есть два брата, и один из них умеет плавать, а другой нет, то разве не является обязанностью первого брата спасти второго?
или должен дать ему утонуть. Спасти своего брата является его обязанностью. Поэтому в Священном Коране говорится: «И помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности». Это означает: «Несите бремя своих слабых братьев, помогайте им в делах, в вере и в финансах, и исцеляйте их физические недуги». Никакая община не может быть общиной до тех пор, пока состоящие в ней сильные люди не оказывают помощи слабым. И это возможно только в том случае, если они скрывают их слабости. Сподвижники святого пророка, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, были научены. Не испытывайте недовольства и отвращения, увидев слабости и недостатки новообращенных мусульман, потому что вы были такими же слабыми. Необходимо также, чтобы старший оказывал услугу младшему и относился к нему с любовью и мягкостью. Знайте, что та община не может называться общиной, в которой одни люди поглощают имущество других людей, и в которой четыре человека порицают и жалуются на своего слабого брата, унижают своих слабых и бедных братьев и смотрят на них с презрением и отвращением. В нашей общине никогда не должно быть такого. Напротив, объединившись вместе, мы должны стать сильнее, и у нас должно появиться чувство единства, благодаря чему возникает взаимная любовь и благословение. Почему бы не сделать так, чтобы люди стали сильнее, нравственнее? Это происходит тогда, когда обычаем людей становится сочувствие, любовь, прощение и уважение. И перед всеми другими обычаями преимущество следует отдавать проявлению милосердия, сочувствия и скрыванию слабости других. И за мелкие ошибки наказание не должно быть настолько сильным, чтобы разбить чье-то сердце. Таким образом, община становится общиной тогда, когда одни сочувствуют другим и скрывают их недостатки. И когда это есть в общине, то члены этой общины становятся единым целым. И они начинают считать себя ближе, чем родные братья. Всевышний Аллах напомнил сподвижникам святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, о том же самом пути и благословенности братства. Если бы они израсходовали горы золота, то они не обрели бы того братства, которое они обрели посредством посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Таким же образом, Всевышний Аллах создал и эту общину, и Он создаст в ней такое же братство». Таким образом, обетованный Мессия мир ему пришел для того, чтобы духовно преобразовать людей, восстановить богобоязненность в мире и создать общину искренних слуг Всемилостивого, выполняющих свои обязанности по отношению к Аллаху и по отношению к людям. Так что наша радость связана не только со строительством мечети, она состоит в том, чтобы вместе со строительством мечети мы стали искренними слугами Всевышнего Аллаха, очищающим для Него веру. В настоящее время, когда люди стараются опередить друг друга в обретении материальных благ, достижение такого уровня праведности, несомненно, делает человека обретающим милости Всевышнего Аллаха. По милости Всевышнего Аллаха, посредством обетованного Мессии мир ему, в наше время благовестие истинного ислама распространилось по всему миру. И если, благодаря этому, с одной стороны, ислам принимает не мусульмане, и они становятся слугами Всемилостивого, то, с другой стороны, многие мусульмане, отдалившись от нововведений, начали понимать, что такое истинный ислам, и они вошли в лоно общины обетованного Мессии и Махди, мир ему. Как я уже сказал в начале своей проповеди, говорит духовный глава Всемирной Ахмадийской мусульманской общины, пятый халиф обетованного Мессии, Хазрат Мирза Масрур Ахмад, в наше время только обетованный Мессия, мир ему, будучи представителем святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, представляет истинный ислам. Позавчера, говорит Хазур, я получил письмо одного мусульманина Ахмади, узбека по национальности, который написал о том, как Всевышний Аллах изменил его духовное состояние. И это является подтверждением милости Всевышнего Аллаха к нам,
что люди с чистой природой продолжают входить в лоно нашей общины и очищают себя от нововведений. Это письмо, говорит Хазур, написано на узбекском языке. Я прочитаю его перевод. Он пишет: «В нашей жизни, которой мы сейчас живем, есть много вещей, о которых мы ничего не знали раньше. Например, мы не считаем священный Коран мертвым и считаем Иисуса, мир ему, мертвым». Хазур поясняет, он упоминает некоторые из нововведений, которым он раньше следовал и от которых он отказался. Далее он пишет: «И мы терпеливо прочитали эти книги». Хазур поясняет, он имеет в виду книги Ахмадийской общины. «И свет проник в наши сердца, и он дал нам истину». Альхамдулиллах, хвала Аллаху. Прочитав эти книги, нам стало известно, что в течение долгого времени мы были далеки от пути Всевышнего Аллаха. Молитесь за нас, чтобы тот Божий свет и сила, который мы получили от Ахмадийской мусульманской общины, проникли в наши тела. Мы благодарим Аллаха за то, что мы избавились от прежней жизни, которая была наполнена нововведениями. И далее он пишет: «Если вы пройдетесь по улицам нашей деревни, то вы увидите, насколько люди охвачены этими нововведениями». Хазур поясняет: «Вот видите, как новообращенные мусульмане Ахмади избавляются от нововведений. Среди вас есть потомки многих уважаемых мусульман Ахмади, которые должны избавиться от всех нововведений, следования мирским традициям, которые не имеют ничего общего с исламом. Вы не должны идти туда, куда вас несет мирское течение. В ином случае вы рискуете остаться позади новообращенных мусульман Ахмади». Далее уважаемый Расулджан Артыков, которому 68 лет, пишет: «Вся наша семья верит в то, что обетованный Мессия, мир ему, уже пришел. И мы хотим, чтобы мы были причислены к свидетельствующим об этом, и вместе с этим мы просим вас молиться о том, чтобы Аллах создал в наших последующих поколениях мусульманских богословов и врачей». Вероятно, говорит Хазур, у них не хватает врачей, но что касается богословов, то они у них есть. Но они просят молиться о том, чтобы среди их потомков родились такие богословы, которые являются истинными слугами Всемилостивого и следуют всем повелениям Всевышнего Аллаха. Наш местный миссионер пишет о Расулджане Артыкове, что раньше он был очень сильным противником Ахмадията. И когда его сын принял Ахмадият, он продолжал противодействовать общине и угрожал выгнать своего сына из дома. Но однажды, в 2008 году, он случайно попал на собрание, посвященное столетнему юбилею Ахмадийского халифата. Атмосфера этого собрания настолько сильно подействовала на него, что он дал обет верности, и после этого он день за днем увеличивается в своей преданности. Он испытывает сильную любовь к обетованному Мессии, мир ему. Во время наших бесед до того, как он стал мусульманином Ахмади, он испытывал сильное отвращение к обетованному Мессии, мир ему. Но теперь он очень сильно полюбил его и готов ради него отдать свою жизнь. Раньше, когда он не был мусульманином Ахмади, и ему давали книги общины, он выдвигал очень много возражений. А теперь, после того, как он первый раз прочитал книгу обетованного Мессии «Философия исламских учений», он сказал, что она ему очень понравилась. А после того, как он прочитал ее второй раз, он получил еще большее наслаждение. А теперь он читает ее уже в третий раз. «Вот видите, — говорит Хазур, — как по милости Всевышнего Аллаха увеличивается вера новообращенных мусульман Ахмади. Республика Кыргызстан тоже относится к тем странам, которые входили в состав Российской империи. И дай Аллах, чтобы наступило такое время, когда исполнится пророчество обетованного Мессии, мир ему, и мусульман Ахмади в этой стране станет так много, как песчинок в море». Таким образом,
в наше время мир узнает об истинном исламе благодаря обетованному Мессии мир ему. Кыргызстан является той страной, в которой пока нет нашей мечети, и там даже не разрешается открыто проповедовать, и очень трудно доносить до людей благую весть Ахмадията. Но, услышав молитвы обетованного Мессии мир ему, Всевышний Аллах делает так, что внимание людей начинает обращаться к Ахмадияту. По милости Всевышнего Аллаха, люди сами обращаются к Ахмадияту, и мы знаем, что духовная победа Ахмадията будет одержана благодаря молитвам. А мы, мусульмане Ахмади, живущие в западных странах, где есть свобода религии и нет никаких препятствий для поклонения Богу, должны молиться за мусульман Ахмади, живущих в этих странах. Молитесь за страны, входящие в СНГ, которые я упомянул, говорит Хазур, и за те мусульманские страны, в которых не разрешается свободно проповедовать, чтобы Всевышний Аллах устранил все препятствия, и чтобы люди, живущие там, могли свободно входить в общину обетованного Мессии и Махди мир ему, и чтобы они могли свободно строить свои мечети. Я сказал о религиозной свободе в западных странах, говорит Хазур. Но несмотря на эту религиозную свободу, законы местных советов могут препятствовать строительству мечети. После того, как было получено разрешение на строительство этой мечети, в местном совете возникли какие-то препятствия. И из-за этого ход строительства замедлился, и мечеть была построена позднее, чем планировалось. Однажды было даже аннулировано разрешение на строительство этой мечети. Но Всевышний Аллах услышал молитвы местных мусульман Ахмади, и суд принял решение в нашу пользу, а все судебные издержки пришлось оплатить местному совету. Таким образом, решение суда было справедливым, поэтому местные мусульмане Ахмади должны быть благодарны суду и благодарить Всевышнего Аллаха за эту милость и поклоняться ему еще больше, и они должны выполнять свои обязанности в отношении этой мечети, будучи искренними слугами Всевышнего Аллаха. Они могут выразить свою благодарность, приходя в эту мечеть 5 раз в день. В одном из повествований, переданном Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, говорится, что святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал: «Ангелы молятся за каждого из вас до тех пор, пока он остается на том месте, где он читал молитву. И ангелы говорят: «О Аллах, прости и помилуй его!» О, как счастливы те люди, за которых молятся ангелы! И затем молитвы ангелов соединяются с их молитвами, и они становятся получающими милости Всевышнего Аллаха. А нужно ли еще что-то тому, кто обрел прощение и милосердие Всевышнего Аллаха? Пусть Всевышний Аллах причислит нас к тем людям, которые стали обретающими милосердие и прощение Всевышнего Аллаха. Сейчас я хочу дать короткую информацию о строительстве этой мечети, хотя я уже немного рассказал об этом в начале своей проповеди, говорит Хазур. Я уже сказал, что раньше это было зданием, в котором располагались офисы, и затем оно было реконструировано в мечеть. Общие затраты составили 900 тысяч английских фунтов. И мне сообщили, что большую часть расходов взяли на себя 2 общины Хаунслоу, хотя в этом приняли участие и другие общины этого района. В общинах районов Хаунслоу и Фелтхам пожертвования совершает всего 200 человек из 600 членов общины. Эти 200 человек понесли большую часть расходов на строительство этой мечети. Общее количество людей, совершающих пожертвования в этом регионе, около 400 человек. Но в любом случае для них это достаточно большая сумма, и по милости Всевышнего Аллаха община совершила большие пожертвования. Пусть Всевышний Аллах примет их пожертвования. 280 тысяч фунтов стерлингов из общей суммы пожертвовали 6 человек. Один из них пожертвовал более 100 тысяч, а остальные пожертвовали от 25 до 50 тысяч фунтов. Да благословит Всевышний Аллах их и их имущество. В заключение, говорит Хазур, я хочу еще раз напомнить, что отдавать должное мечети означает не только пожертвовать на ее строительство 10, 20,
50 или 100 тысяч фунтов. Но и затем оживить ее, и это должно делаться только для поклонения Всевышнему Аллаху, а после этого, выйдя из мечети, совершив поклонение Всевышнему Аллаху, вы должны выполнять свои обязанности по отношению к слугам Аллаха, и вы должны развиваться в добре и богобоязненности, и все это сделает вас выполняющими свои обязанности того обета, который вы дали обетованному Мессии мир ему. Пусть Всевышний Аллах дарует нам способность делать все это. Сейчас я хочу призвать вас помолиться за мусульман Ахмади Индии в связи с тем, что в Индии враги Ахмадията хотят захватить наши мечети. И поскольку мусульман не Ахмади там много, из-за поднятого ими шума местные власти попадают под их влияние. Да защитит нас Всевышний Аллах от их зла. اور یہی چیز ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کا حق ادا کرنے والا بنائے گی اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے ایک دعا کی بھی تعریف کرتا ہوں آج کل پاکستان میں تو روز ہمارے ساتھ معاملات ہوتے ہی ہیں انڈیا میں بھی حیدرآباد دکن میں ہماری مسجدوں پر غیروں کی نظر ہے اور قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کیونکہ وہاں مسلمان بھی کافی تعداد میں ہیں اس لیے ان کے شور سے حکومت بھی کچھ ان کے زیر اثر آ رہی ہے اللہ تعالیٰ ان کے شر سے ہمیں بچائے الحمدللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر